Вот так у меня спит мелкая. Пора менять ситуацию. Привет, привет, друзья. Хочу кошкам лежанку шить. Вот эту схему с интернета слямзила. Смысл в чем? В том, то, что вот, например, здесь откладываем 20 и 20. То есть, если вот так вот круг взять, да, вокруг будет у нас вот это отделочная, это стеночка, так скажем, то здесь, вот здесь 40, а вот здесь 20. Мне кажется, так вам понятно будет, это сразу можно будет запомнить. Так, что я сделала? Циркуля у меня нет. Я просто взяла вот так. Отложила. 20, 20, 20, 20. Вот они у меня. Вот эти пунктиры. И потом я это все просто соединила. Так, дальше. Отложила также уже своей большой линейкой. Отложила. 40, 40, 40, 40. Вот так вот отложила. Пунктиры поставила. И опять соединяю. Есть. Теперь из этого угла с помощью опять-таки вот этой линейки я вывела 45 градусов. Здесь прям 45 градусов, кстати, указано. Я располагаю таким образом, чтобы у меня здесь получился прямой угол. И вот эти вот 45 градусов я взяла, вот так вот отметила. Раз отметила. Потом просто положила вот эту вот большую свою линейку. Вот здесь вот отметила, да? Вот так положила свою большую линейку. Совместила угол, совместила вот этот угол и провела по разметке. Вот так. Это у меня я поделила по 45 градусов. Дальше у меня образовалась вот эта линия. У меня есть вот эта линия и есть вот эта линия. Сейчас я вам их почетче сделаю. Так, вот она линия эта. Я отложила здесь 10 сантиметров, здесь отложила 10 сантиметров. По разметкам приложила линейку. У меня получилось 23 сантиметра. Разделила пополам. Это 11,5. Вот я указала 11,5. Так, 11,5. Поставила вот такую жирную точку. Потом эту точку и угол. Этот угол у меня вечно уезжает из кадра. Потому что тренога маленькая. Вот эту точку и вот этот угол я вот так вот совместила. Вот так. И провела линию. Так, следующее. То же самое сделала. Здесь 10, вот здесь вот точка 10 сантиметров, здесь точка 10 сантиметров. Опять положила, как и в этом случае, опять положила. 23 сантиметра у меня получилось. 11,5 вот эту точку я поставила. Вот это расстояние разделил пополам, получилось 11,5. И опять. Ой. И опять. Вот этот мой угол. И вот эту точку совместила и провела еще одну линию. Для чего я это делаю? Я бы могла, конечно, это у меня будет донышко. Вот это донышко лежанки моей. Вот это донышко. Это вот это вот донышко. А вот это вот края, вот эти, я хочу сделать из лоскутов.
То есть у меня будет вот так, вот так. И еще здесь будет пополам, да, пополам у меня. И еще вот так. Да? И вот они у меня будут разноцветные. Ну, то есть пока еще не знаю, с каких тканюшек сделаю. Но вот эта часть стенки будут составные. Отрезала окружность. У меня получится, что вот таких донышков мне нужно два. И нужно будет вот таких деталек нужно будет 16 на 2. Вот таких деталек нужно будет мне все-таки 32 штуки. По 16 на каждый, вот эту вот боковушечку. На лицо 16 и на изнанку 16. Так, друзья, вот эти все лоскуточки, которые вот у меня есть, я их складываю. И сейчас я их буду собирать в такой же бордюр, как мы с вами собирали раньше. Помните вот это вот? Вот примерно такой же, но только будут покрупнее кусочки. И таким образом я вот этими полосками буду собирать вот этот вот диск. Для этого я сейчас совершу титанический труд. То есть я вот эти вот все кусочки буду где-то выравнивать, где-то чего-то и подгонять друг под друга. Вот, вот таким образом. То есть сейчас буду изгаляться как могу. И этим самым я подберу большие кусочки, да, большие лоскуточки. Но в геометрической прогрессии я создам маленькие. Поэтому нечего тут радоваться, что я, например, их наконец-то подберу. Они будут еще у меня плодиться. Ну вот, я собрала две полосочки. Так. Что-то я многовато отрезала. Так. И одна будет вот так. Между ними вот эту полоску сейчас делаю. Ну и сюда что-нибудь еще сейчас соберу. Вот у меня уже какое полотно. И сейчас продолжаю его собирать. Вот какое полотно я собрала. Очень красиво. Я хочу сказать, что у лоскутниц проблем нет создать какое-то полотно. Были бы кусочки, да? О, смотрите, сколько. Все собралось. Смотрите, здесь даже, тут вообще очень много кусочков. И вот оно полотно, пожалуйста. Шей, что хочешь. Замечательно. Кладу так, чтобы у меня было со всех сторон по сантиметру, чтобы сантиметр спокойно проходил, и обвожу. Сантиметр мне нужен на шов. Так, я заготовила синдипон. У меня вот этот вот скользкий синдипон, который с выпадов от производства. В общем, короче, мне его надо куда-то деть. Я как раз его вот в такие изделия и отправлю. Весь переделаю. Далее у меня вот такая вот лицевая сторона. И вот это вот будет у меня внутренняя сторона. На то место, где лежать они будут. Это флис. Вот так вот это будет. Вот это мне нравится очень. Прям. Столько кусочков здесь собрано. И очень красивое полотно получается. Прям замечательное. Да? Согласны? Вообще вот. Замечательно. Так, выглядеть это будет вот так. Синтепон я выкроила на сантиметр меньше, чем основная деталь. Чтобы в шов не попал. Вот эта толщина там не нужна абсолютно. И к
к деталям я потом просто простегаю, чтобы все это закрепить. И это пока я откладываю. И теперь я собираю боковушечки. Так, боковушечки у меня тоже выкроены. Это на одну сторону, это на другую сторону. Ну вот у нас получилось вот такие вот два красивейших круга. И в один круг я вошью вот такую вот серединочку. А в другой круг я вошью флис. Складываю пополам, нахожу середину, отмечаю. Так, теперь складываю вот эти две отметки, вот эти. И тоже сгибы отмечаю. Так. Ну, здесь мне отмечать ничего не надо, потому что в этих местах у меня швы стачивания этих деталек. Складываю лицом к лицу. Совмещаю отметку и вот этот шов. И фиксирую. Красота, да и только. Все так пестро. Вот сейчас постараюсь объяснить. Здесь у меня изнаночная сторона, внутренней стороны, изнанка внутренней стороны лежанки. Это будет изнутри. Между изнанкой внешней стороны и внутренней я прокладываю синтепон. Вот он. Теперь моя задача совместить вот эти вот швы, прострочить по кругу и прострочить по этим швам, совмещая швы с наружной и с внутренней стороны деталей. То есть я фактически вот с края я застрачивать не буду. У меня получится, отстрачиваю круг и отстрачиваю вот по этим швам. Ну вот, друзья, на уровне каждой строчки я вот так вот сколола, совместила все здесь, сколола. Сейчас мне нужно будет прострочить по кругу, и я хочу простегать серединку, чтобы синтепон не елозил, чтобы зафиксировать его. Пока не знаю, как. Сейчас я по кругу отстрочу, потом видно будет. Получилось довольно-таки неплохо, хотя, конечно, определенный навык здесь нужен. Дело в том, что опять я с этим синтепоном, который скользит, мне его надо, не знаю, я даже куда его утилизировать, он очень сильно скользит. Так получилось неплохо. И вот так вот это с наружной стороны. Это у меня будет донышко вот это. Теперь вот по этим швам
совмещая вот эти швы по этим швам, я прокладываю соединительную строчку. Но все-таки я придумала, куда утилизировать вот этот вот свой скользкий синдипон. Вот, друзья, смотрите, вот из-за того, что я по этим швам прострочила, у меня образовались вот такие кармашки. И в эти кармашки я сейчас набиваю синдипон. Вот так это будет выглядеть. Ну вот, я набила синдипоном вот этот вот синдипон, который у меня скользкий. Много его сюда ушло и очень хорошо. Вот смотрите, нужно обязательно набивать основание у них очень хорошо. Прям даже во все уголочки пропихивать синдипон, чтобы вот стенка вот так вот... Ну, мы еще, конечно, ее стянем немножечко. То есть сейчас я вручную сметаю края. Вот, а потом постараюсь на машинке обработать. Но в любом случае, я когда буду сметывать... Чуть-чуть присборю вверх. Видите, ну, он сам уже вот принимает. Она, вернее, лежанка сама принимает уже форму. Сейчас переворачивать не буду, показывать вам. Но очень симпатично получается. Вот эти вот разноцветные тканюхи смотрятся, как будто вот отдельно пришитые стаканчики. Посмотрите. Если вы своим... кошакам сделаете такое, у вас гости будут спрашивать, как вы сшили это? Как вы вот эти стаканчики между собой сшили? А мы сделали очень хитро, лоскутами. Вот так вот я их зашила, получается, вход в кармашек в этот. И чуть-чуть присборила, видите? Вот она, сборочка такая небольшая. И сейчас я обрабатываю верх этих кармашков бейкой. Вот эту сборочку расправляю, если она сбилась в одну кучу. Шов сантиметр.